Тинь-чян-пунь-чян. А, видео уже началось. Короче, что делать, если ты хочешь поесть спагетти? Сначала ты должен изучать, что тебе надо сделать. Это очень нужно. Потом ты должен побросать сюда гранаты и выпрыгнуть от них. Короче, берешь так. Сначала ты должен все исследовать 3000 лет. Вот, все исследовать. Потом ты должен полететь. И тут появится обязательно какая-то феечка, которая тебе объяснит. Фея, быстро, блин, объясни, где найти спагетти. О, давай я тебе объясню. Короче, это очень тяжело, потому что тебе надо самому догадаться. Ну ты ее в ананас. Дальше ты понимаешь, что тебе надо делать. Тебе надо раскидать всех скелетонов, их победить. Ну, держите, вот вам там чаевые на беспокойстве. В ананас. В ананас. В ананас. В ананас. Ой, испарился, ну пофиг. Дальше ты очень долго идешь и понимаешь, что ты устал. Поэтому ты находишь мусорку, но бомжи тебе не разрешают оттуда есть. Ты их должен послать в ананас. В ананас. Ты их должен раскидать по полной за это. В ананас. Потом ты настолько устал, что ты с каким-то малым... Что... Ой, подождите. Тут какой-то бомж, он тоже очень проголодался. Ты кто? Я видео снимаю, не мешай мне тут. В ананас иди. В ананас иди. Ты чё на меня напал? Нафига на сервер зашёл? Да ё-моё, help me. Не дали снять. Ну, короче, ты идешь. А что мне теперь с ним делать? Беда, блин. Нафига я на сервер зашел? Россия, блин. В ананас, иди. Ты достала. В ананас, иди. Пристала тут. Что ты сюда пристала? Она там бессмертная, что ли? Не дает мне видео снять, блин. Ну, короче, вы понимаете, что вы не сможете нормально поесть. Но все равно берете бомжа и... Да ты достал! Дай мне видео, блин, снять! Говнюк. Нафига я зашел на сервер? Не могу, блин. В ананас иди. Короче, тут большая война с Россией начинается. Я не украинец, если что. Ну, короче, посылаем этого бомжа в ананас. И надо как-то теперь умудриться вот снять. Короче, надо от этой России спасаться. Нормально, блин, видео не дает снять, а? Подлюка. Чё пришла сюда? Отстань ты уже. Я тут один на сервере хочу поиграть. Надеюсь, ей надоест. Короче, ты должен быстрее жрать, потому что сейчас придет эта Россия и захватит тебя. Вот, ты должен тут обязательно много жрать, но на тебя нападает Россия, и ты должен защищаться. В ананас... Ты, да ты достала! Короче, ребят, очень сложно поесть спагетти. Ну, вы видите, почему. Что делать, если вы хотите никогда не ломать спагетти? Я теперь понял, как это сложно. Но потом вам придется переночевать в мусорке.
Потому что вы победили Россию. Поздравляем. Она, походу, ушла. Короче. Ну, это не конец. Вы ж не нашли спагетти. Вам придется разобраться с какой-то компанией ФСБшников. Вы берете их и потихоньку. В ананас. В ананас. В ананас. В ананас. Ну, короче, дальше идете, а тут какая-то табличка. Ну, пофиг. Дальше вы видите планету. Вы ищете на ней спагетти. Ну, там их нет. Поэтому вы берете планету, Землю. И в ананас. Потому что там нет спагетти. Там нет спагетти. А вы хотите поесть спагетти. Ну, вы в полном шоке, потому что дверь открывается. Блин, теперь какой-то китаец сюда зашел. Еще этого не хватало. Еще китайца мне не хватало, который мешает мне видео снять. А, стоп, а где кот? Вы в полном шоке. Вы ищете прохожего, но потом какой-то приходит чел и объясняет, что спагетти на этой планете нет. Поэтому за это ты посылаешь его в ананас. И умираешь от шока. Так, где этот китаец? Где китаец? Где китаец? Ну, короче, вы не поели спагетти, так что лайфхак не работаете. Не работает. Можете не страдать и не мучиться, потому что вы никогда не снимете, как вы ломаете спагетти. А, вот этот кот как раз. Короче, вы его должны спросить. Кот, а где, как поесть спагетти? Кот объясняет, что тут их вообще нет. Потому что это одна маленькая планета, и ты его в ананас. Сам умираешь. В ананас.